Ой, охренеть! Вот... Так, где я вообще? Нифига себе, как я вообще жив остался после того, как упал с такой невероятно большой высоты нафиг! Офигеть просто! Неужели я в снег Офигеть, я в снег провалился! Офигеть, как... Так, ладно. Нужно отсюда выбираться, только если я хорошо помню, там несколько зомби на улице. Ну ладно, в принципе, выбора у меня нету. Так, ночь на улице. Твою мать! Еще доска, сколько вас тут нафиг вылезает-то? Кто меня столкнул? Кто там вообще наверху был? Ай, да ну нафиг, валю я отсюда. Опять меня вот эти бандиты нашли. Офигеть, как мне вообще повезло то, что я упал с такой большой высоты и просто-напросто выжил. Офигеть просто. Так, нет, нужно валить сюда как можно быстрее. Ой, что-то мне не по душе этот лесок, через который я сейчас буду пробираться, но я назад не хочу возвращаться 100%. Вдруг опять там вот эти... Кто это вообще был нафиг? Бандиты опять меня там подстерегают, не хочу туда возвращаться. Или все же может лучше вернуться. Твою мать! Ай, как... Что же мне так везет, чтобы вообще залез такой... Ой... Это, походу, свежий трупак, если там скелет, то тут... Ой, недавно кого-то завалили. О, это что такое? Это что? Так. Не кажется ли тут кого-то пыт... Это еще что такое? Что за внутрь... Фу, нафиг, это внутрь... Ай, офигеть, просто... Это что, кишки вот это... Так, ладно, я даже не буду сюда смотреть, что... Это, походу, какая-то палатка, да? Ладно, что тут есть, пожалуйста, что-то по... Кукуруза? Офигеть. Кукуруза и магазин! Магазин с патронами! Да, для... Офигеть, для глока. Так, у меня этот глок полностью заполнен патронами, и плюс еще один магазин, где еще 17 патронов. Что-то мне как-то невероятно везет, то я упаду с 30-метровой вышки, упаду в снег и выживу. То есть, офигеть просто. А что там еще, кстати? Что-то за молоток какой-то. Если у меня есть вот этот топор, что это за молоток вообще? Офигеть просто. Мне кажется, он будет пожестче вот этого топора, только он намного медленнее. Я с ним даже буду намного медленнее бегать. Ну, в принципе, можно будет потом его как-то использовать, посмотреть, будет ли он хорош в своем деле или нет. Ой, ладно, нужно валить. Я туда 100% не буду возвращаться, потому что вдруг там, если вот тот один бандит меня... Они вообще следили за мной! Если он залез на вышку, я даже не учуял, как он залез, пока я разговаривал по радио. Или, в принципе, хотя бы хотел как-то поговорить по радио. Ой, нужно валить отсюда как можно дальше и как можно быстрее. А то вдруг они за мной сейчас будут идти, вдруг они меня будут преследовать. В принципе, как обычно, да? Ой, твою мать! А твою мать, это еще кто такой нахрен? Офигеть, дом! Что это вообще за дом? Охренеть! О, мамочки, божечки, это вообще кто такой был нахрен? Офигеть просто. Я надеюсь, что в этом доме никого нету, пожалуйста. Что это вообще за дом, дача какого-то? Не знаю, кто, что это вообще, куда я попал, я... Охренеть. Так, ее больше тут нету? Что это вообще за монстряка был нафиг? Я помню то, что тот ребенок мне... Как его там звали, Женя вроде... То, что он мне говорил, лучше ночью не ходить по этим лесам, потому что там водятся прям нереальные какие-то монстры нафиг. И похоже, я сейчас одного из них увидел нафиг. Хорошо, что он вернулся обратно в лес, значит, они с этого леса вообще никуда не выходят. Значит, они водятся только в этом лесу. Охренеть, мне... Офигеть! У меня что-то... Очередной раз инфаркт меня не схватил. Так, вот эта вышка, нифига себе, сколько я пробежал через вот этот весь лес. Нет, отсюда я никого не увижу, и вот этого бандюгана я отсюда 100% никак не смогу увидеть. Ой, так. Дом, что это за дом, и в принципе, как же мне опять в очередной раз повезло, то что тут появился какой-то дом, я смог скрыться вот этого монстряка. И в принципе, сейчас уже будет светать, поэтому... С
смогу я тут хорошенько переждать вот эту ночь, вот это утро и найти и продумать, как мне отсюда вообще выбраться и попасть опять в город, а не гулять тут на каких-то дачах и вообще посередине вот этого леса. Так, как я понимаю, это хозяин вот этого дома, которого так же, как и всех, обычно сожрали. Ладно, что у нас тут есть? Что я смогу найти полезного в этом доме? Ноутбук, в принципе, да, не рабочий, как обычно, радиатор, ну да, без электричества. И, в принципе, опять нифига полезного. Так, о, это что еще за одежка? Что это вообще за одежда такая странная? Германские какие-то ботинки. Что нафиг? Так, мне самое главное, чтобы тут была хорошая защита. И чтобы они не рвались. Что тут вообще такое? Есть тут где-то зеркало? Нету, даже зеркала нигде нету. Что тут вообще за одежда? Мне кажется, ли тут какой-то дедуган жил, который просто на войне воевал нафиг и просто валил вот этих всех немцев подряд и в честь коллекции забрал себе домой вот этот комплект какой-то немецкой одежды. Что тут? О! Офигеть просто! Что это за дробаш? М1014, только почему у меня два патрона есть? С этими двумя патронами я вряд ли смогу что-то сделать, но в принципе, мне кажется, тут какой-то реально дед жил, который просто валил вот этих немцев и дробашом дома пользовался очень часто и отбивался, наверное, от этих зомбарей-мутантов, но, как я вижу, ему не очень так повезло. Но этот дробаш мне очень даже пригодится. Вот этот доисторический дробаш очень плохо стреляет и, в принципе, очень имеет маленький урон. А вот этот современный дробаш, мне кажется, очень даже пригодится. И плюс к тому, хотя какой плюс? Очень большой минус то, что у меня нету больше патронов. Может, тут еще что-то будет полезное. Что это еще за фигня? Что это за цепи? Что это за кусок какого-то прогнившего мяса валяется у него на крыше? И что мне интересно, вот там у него, на чердаке? Я фиг его знает, что такое, какой-то череп или... Я вообще не могу понять, что это такое. Ладно, не буду туда даже смотреть. Так, что тут у нас есть что-то в этих тумбочках? Нет, тут ничего, тут тоже ничего. Ничего. Вот тут, может... опять книга. Что это такое? Ой, эти книги меня просто реально с ума сведут. Ладно. Нет, только не они. Опять. Вот этот дедуган пишет, мне кажется, он писал о этих монстряках, которые живут вот там посередине леса. А ночью, мне кажется, они вообще даже не выходят на улицу. Ой, я походу вообще с ума сошел, если хочу опять туда пойти внутрь этого леса и посмотреть, кто там же такой. Вот башка у меня вообще просто-напросто уже не варит. Они начали мутировать. Чем больше эти твари едят, тем больше они здоровее. Так. Тем больше и здоровее они становятся. В лесу много различных животных, они их едят и мутируют в настоящих монстров. Нужно подальше держаться от леса. Нет, нужно держаться подальше от леса, иначе они... Что они? Почему тут второй страницы нету? В принципе, мне кажется, если логично будет, нужно держаться от леса подальше, иначе они просто сожрут тебя нафиг чертям. Потому что это монстр, который в раза 6 больше обычного зомби. В принципе, это логично. Итак, если они много едят и только после этого мутируют, что, в принципе, логично, потому что по лесу бегают всякие олени, там, бобры и многое другое. Если они жрут вот этих животных и мутируют вот в таких великанов, то, в принципе, даже если обычные зомби будут много жрать в обычном городе, то они также могут стать вот такими большими. Ой, лучше мне оставить вот эти мысли, просто не думать вот о этих гигантах. Ладно, что тут есть? Опа. Это еще что такое? Так. Вот тут еда мне очень даже пригодится. Так, вот это, в принципе, нафиг можно выкинуть. Еда мне пригодится. О, значит, тут реально какой-то дедуган просто выращивал ферму, следил за животными, потому что вроде я там... Там вроде конь есть, да? Лошадь. Этот реальный дедуган следил за животными, отбивался от этих монстров с помощью
своего дробаша. Но недолго он отбивался. Как я понял. Смогу ли я забрать себе... О, еще и арбузики. Еще арбузики. Так, хотя бы немного еды себе соберу. Потому что моя уже кончается. Хорошо, что она хотя бы не гнилая, как, в принципе, обычно это бывает. Если я, допустим, пойду в какой-то магазин и опять найду там кучу какого-то фастфуда, который уже, в принципе, давным-давно прогнил. И, в принципе, фастфуд даже не очень полезен, поэтому... хорошо, что я нашел вот такую деревенскую еду. Так, это что еще вообще такое? Почему это мне напоминает на стрельбище? Может, тут дедуган вот этот тренировался стрелять? Так, тут у нас что такое? Опа, 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 и... Офигеть, офигеть! Тут еще... Охренеть, охренеть. Офигеть, сколько тут патронов! Дед, я не знаю, сколько ты немцев завалил на вот этой войне, но спасибо тебе большое за все. Спасибо за то, что ты держал... За то, что ты держал и дробаш, и военную форму, и просто стаки патронов у себя... дома и на стрельбище. Так, это хорошая идея. Мне нужно действительно протестировать, насколько хорош вот этот дробовик и насколько большая у него дальность стрельбы. В принципе, этот дом находится за городом, далеко от леса. Ну как далеко? Если вот эти монстрики, ну, днем не выходят на охоту, то в принципе я спокойно смогу тут протестировать этот дробаш и посмотреть, насколько он хорош. Ладно. Так. Так. Офигеть. Ой, еще и хрюха тут бегает. В принципе, дальность вот этого дробаша очень и очень и очень хорошая. И это просто нереально большущий плюс. Ой. Ну, ладно. Хоть это зомби-апокалипсис, но человеческие качества у меня хотя бы еще немного сохранились. Гуляй себе, свинка, пока тебе... Другие зомби не сожрали, ладно. Оставлю ее в покое. Куда это вообще дорога... О, куда эта дорога вообще ведет? Тоннель какой-то. У меня, в принципе, большого выбора нету. Или жить на вот этой ферме, пока я не сдохну тут, потому что это вся еда, которая у меня осталась. Ее максимум не хватит где-то на 2 недели. Если, конечно, ночью ко мне в гости не вломится вот этот здоровенный зомби-мутант, не разгромит вот этот весь дом и не сожрет меня с потрохами. Ну или обратно вернуться в лес и по той же дорожке обратно пойти домой. Что, в принципе, наверное, самая тупая и дурацкая идея, которая может только прийти мне в голову, потому что обратно пробираться через вот этих монстряков я не имею ни малейшего желания. Тоннель. Ладно, лошадочка, иди, пожалуйста, сюда. Я с миром пришел, я тебя точно бить не буду. Так. А, значит, она тоже хорошо настроена. Ох, значит, пошли отсюда, потопаем через тоннель. Надеюсь, там ничего плохого не будет. Потому что обратно я возвращаться точно не буду. Ох, так. Там у нас тупик. Значит, эта дорога только строилась, да? Ой, не лучшая идея сейчас топать через вот этот тоннель. Полностью разрушен, заброшен и остальное. Ой, ну, как я сказал, выбора, в принципе, у меня нету. Туда я не знаю, что меня там ждет, в принципе, есть ли там вообще что-то. А бегать вот эту гору я точно не хочу. Возвращаться по старой дороге и перебираться обратно через лес? Нет, это в последний вариант. Я лучше вообще вот тут останусь жить в этом доме, чем опять встречусь с тем монстряком. Поэтому выбора, в принципе, у меня нету. Буду как конная полиция. С дробашом в руках. И конячкой. Ладно. Ой, танки. Так, и чё тут вообще про... Фу, мне уже показалось, он жив нафиг. Он просто уперся вот так в стенку. Офиг. Так, ладно, я отойду отсюда лучше. О! Он мне как... Так, я надеюсь, он не превратится так. Я видел, он башкой шевелил. Что-то вообще нафиг было такое. Твою нафиг, твою...
Нафиг. Его, походу, только что сейчас убили. Он калашом целится в этого чувака и, походу, его кусили. Так, о, калаш, нет, калаш, сраку этот. Калаш, я забираю магазины и валю нахрен отсюда. Валить отсюда нужно как можно быстрее. Не хочу, чтобы он сейчас превратился и сожрал меня нафиг с потрохами. Ой, так, так, так. Твою мать! А! Офигеть просто! Откуда там столько этих зомбарей взялось? Охренеть просто! Офигеть просто, сколько их вообще тут водится в этих тоннелях, проклятые зомби! Бедная лошадка. Я даже не могу сказать, что ты меня отлично послужила, потому что мы с тобой были знакомы 5 минут, тебя уже просто живьем съели! Я не знаю просто, что мне дальше делать, это просто офигеть. Мне, наверное, уже собраться с мыслями, пойти в тот дом обратно, посидеть там 2-3 денька, переночевать. Может, придумать какой-то план отхода, может, я смогу найти какой-то другой путь, чтобы обратно прорваться в город, потому что кто его знает, что за черт меня дальше там ожидает в этих тоннелях. Я просто не знаю. Я просто не знаю. У меня, наверное, выхода просто-напросто нет. Мне нужно вернуться в тот дом, ту ферму, ту дачу, обустроить ее хотя бы на пару деньков и переночевать там, потому что это жесть. Ладно, не буду я туда дальше идти. Прощай, лошадка. Ох, я офигеть, ох, ладно. Твою мать!